Друзья, снова Бонзай в эфире. Ваш друг, 14,5 лет. Не очень у меня, к сожалению, хорошие новости по Бонзаю. Предположил я, что у него сердечная недостаточность. Он так покашлял специфически, и животик большой был. Ходить тяжело было. Были в приюте врачи, я показал собаку. К сожалению, подтвердились подозрения, действительно сердечная недостаточность у собаки. Вот. Ну, 14,5 лет, конечно, такой возраст — это для лобая глубокая старость, это очень редко кто доживает до такого возраста. Лечится бонзай, ну, насколько это возможно. Не все, к сожалению, поддается лечению, то есть немножечко облегчить состояние. Действительно, он стал там ходить получше. Вот. Но, наверное, уже в этом выгульном вольере у нас с ним последняя прогулка. Будем где-то гулять с ним поближе к вольеру. Пусть, может быть, не так живописно, но зато недалеко идти. Нужно уже ограничивать физические нагрузки. Но так, чтобы не совсем скучно было. Видите, собаки, как и люди, ну, стареют. Стареют, и не всегда получается так, как нам хотелось бы. Вот. Ну, тем не менее, он вот ходит, гуляет. По-прежнему он не теряет бодрости духа, рассказывает, что он самый главный. Так вот.